поставил против Лома. И вот в чем будет заключаться сегодняшнее наше видео. Сейчас объясню. Сегодня я с другом, со своим, с корешем, оператором, который, как всегда, за пультом. Многие спрашивали в комментариях, почему я не показываю оператора своего. На это есть очень один простой ответ. Значит, человек работает в спецслужбах, и ему запрещено показываться на каких-либо видео и разоблачать свою личность. Поэтому, как всегда, он за пультом, я в кадре. Значит, мы вдвоем предпочитаем активный отдых. Поэтому и сегодня это видео завязано, этот контент, на активном отдыхе. Сегодня тепло, сегодня хорошая погода, поэтому мы решили выйти на пикник и заодно привязать это видео к шагомеру. У меня и у него стоит шагомер одинаковые. И сегодня мы пройдем достаточное расстояние и покажем, сколько километров, какие пейзажи, куда мы пройдем и вообще, что будем делать. И, ну и пикничок, если дождь не начнется, я вам покажу. Мы вам сегодня это отснимем. Значит, смотрите, мы вышли от него. Сейчас по шагомеру я вам скажу, сколько уже мы прошли расстояние. Какое расстояние? Так. Значит, сделано было 1500 шагов, а 1 километр 110 метров прошел. Видно? Вот на шагомере, значит, 1538 шагов, километр 100. Ну и все, в общем, сейчас мы начинаем. Сейчас мы идем достаточно длинное расстояние. Еще раз говорю, если дождя не будет, значит, сегодня будет насыщенное видео. Все, и мы начинаем. Смотрите, продолжаем. Ну все, в общем, вот, идем мы по заданному маршруту. Сейчас покажу шагомер, сколько мы уже прошли по пути. Так. Сейчас. Вот сейчас уже мы прошли 4 километра с половиной, считайте, и 6000 шагов. В ходьбе мы 58 минут. Вот сейчас покажу. О! Достижение новое. Так, сейчас я в тень зайду, чтобы получше видно было шагомер. Еще идти долго. Вот, 6033 шага. 4 километра 34, почти час ходьбы, 4,5 километра, 6000 шагов. Все, мы идем дальше, продвигаемся, идем на озеро. Сейчас, когда идем до магазина, где будем закупаться для пикничка, так немножко, тогда включу камеру, покажу. Макзик. Либо светофор, либо магнит, либо пятерка. Так что продолжаем движение по ходу дела. Ну все, в общем, сейчас мы идем. Когда идем до магазина, тогда там немножко обзорчик включим. Все, продолжаем.
Так, продолжаем движение по ходу трассы. Сейчас скажу, сколько уже пройдено у нас км. Естественно, по шагомеру. Так. О! Значит, 7000 шагов, 5 километров, 100 метров. 5 км. 7000 шагов. Сейчас достижение. 10к шагов следующее достижение. Потом 50 тысяч шагов. О-о-о. Ну, 10 уже близко будет, а вот 50, это, конечно, уже долговатая история. Так что вот так. Ну, почти 6 километров уже пройдено. Сейчас будем подходить к магазину скоро. Там постараюсь поснимать. Ну, там что-нибудь такое взять. Нежирное, энергетически емкое. Для, так сказать, чтобы в форме быть постоянно. Все, продолжаем идти. Не переключайтесь. Вот сейчас лес начинается. Range Rover. А, нет, это Discover какой-то. Вот лесочек. Ну, возле трассы шумно. Сейчас потише будет. Оттуда буду снимать. Такой лес уходит туда. Хороший там бор такой. Отлично. На обратном пути, может, зайдем. Вот по пути нашли здесь Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. С 1965 по 1991 год институтом руководил известный ученый, садовод, кандидат сельскохозяйственных наук Осипов Юрий Викторович. Садовод. Кандидат сельскохозяйственных наук. Вот такой вот НИИ стоит. Институт селекции плодовых культур. Вот как он выглядит сбоку. Но мне кажется, культур. Ну вот спортзал. А ты как думаешь, это вот этот институт, они что, тут учат студентов или просто исследовательские деятельности занимаются? А зачем тогда им спортзал? Может, и какие-то кандидатские учат, и так, и хрен пойми, да? Ну да. Вот спортзал, видишь? В общем, вот такой вот институтик. Сейчас покажем. Ага. Ну, прикольно так за часов. Да не маленький, 3 этажа. Да? И спортзал. Раз, два, три. Такой. Ну все, в общем, дальше идем. Вот мы подходим, значит, к светофору. С 9 утра до 9 вечера работает. Сейчас будем заходить в светофор. Смотрим, что там, к чему, что почем. Какие-то дебаркадеры.
Все, заходим, сейчас светофор. В общем, что, светофор не работает. Все, пустые залы, пустые площади, прикрыли его. Поэтому идем дальше, там дальше должна быть пятерка. Там отснимем тогда что. Планировали светофор зайти, но нифига. Закрытый он. Все, не пошел он. Ладно, сейчас зайдем в пятерку по пути. Потом, когда пойдем уже на озеро конкретно, покажу шагомер, сколько отсня, сколько километров, сколько шагов, сколько всего пройдено. В общем, все, закрыт оказалось светофор, к сожалению. Идем дальше, осталось чуть-чуть совсем до магазина, потом пойдем на озеро, уже конкретно потом снимем, сколько километров времени, шагов. Лесочек, частный сектор. Пейзаж зеленеет хорошо. Ну все, продолжаем. Так, вот тут церковь нам по пути попалась. Ну такая небольшая. Значит, что по шагомеру? Вот мы уже дошли. Девять тысяч 584 шага, 7 километров, 1:40 ходьбы. Бабенка лет 50. На Марафетчина. Ну все, в общем, сейчас в магазин зайдем и стартуем дальше. Смотрите. Так, ну вот, подходим к озеру. Здесь коттеджи какие-то. Сейчас посмотрим, что там за озеро. Там, кстати, база отдыха. Еще есть. Машины вообще нескончаемо едут. Я не знаю, куда они едут. Постоянно. Время день. Будний рабочий день. Они едут. Просто катаются, скорее всего. До магазина куда-нибудь обратно. Коттеджи. Тут вот движение больше, чем в центре города. Так, уже идем. Сейчас скажу, сколько по времени. Такс. Одиннадцать тысяч 300 шагов, считайте. 800 километров. 2 часа идем пешком. 11 300 шагов. Но это вообще далеко не предел. Мой рекорд лично по шагам 42 тысячи шагов. Так, все.
все, в принципе, сейчас мы свернем, где потише. Сейчас мы свернем, купили, значит, сосиски. Сейчас будем жарить. Сейчас свернем куда потише и продолжим съемку. Потому что трасса, мне уже эта трасса замахала, блядь. Ну все, смотрите, не переключайтесь. Так, вот, свернули, но сейчас не знаем, сюда, не сюда, забыли, давно мы уже были тут. Так, сейчас шагомер, интересно, сколько он покажет. Сюда машина? Нет. Так, 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 так. О, 12 366, 9 километров, 2:15 в пути. 9 километров уже прошли, 12 500 шагов. Продолжаем. Ну тут как коттеджи, как полудачи, но в основном коттеджи жилые, скорее всего, у всех. У кого дача, там видно просто дача. Ну дорого, богато. И тротуар даже сделанный. Асфальт закатанный. Все как положено. Ну все, сейчас к озеру подойдем. Дальше буду снимать. Ну все, в общем, добрались мы до пруда. До озера. И сейчас будет обзорчик на озеро. Так, по шагам 13 500, 13 600, 9 800 километров, 2,5 часа. В общем, 10 километров пройдено. Такие вот дела. Значит, это 1,5 часа, 5 километров. Да. Хотя, говорит, человек идет, ну да, 3 километра в час. Ну, в общем, вот. Пришли, сейчас посмотрим озеро. Неужели же кто-то купается уже? Не удивлюсь. Нет, народ есть. О, шоколад. Оно полноводное. Помнишь, мы с тобой тот раз были? Оно было высохшее вообще. Сейчас оно полноводное. Смотрите. Хорошо.
Отлично. Вон там водосборник. Сейчас пойдем на водосборник дойдем. И две какие-то девки. Вон там какие-то люди. Не, купаться нет, но она сейчас хорошо поднятая. Просто когда мы были здесь давным-давно, на этом озере, оно, как вам сказать, оно было осушено немного. Да даже не немного, а прилично. Нет, сейчас все в порядке. Сейчас полноводная. Блин, вот девки вот эти вот мелкие. Сейчас бы там прям заснять. Ну ладно. Сейчас мы пожарим сосиски, а потом вернемся. Все равно вот тут будем выходить обратно. Так. Вон там выход, вон там. Или здесь, или вон там. Мы рано свернули. Так, пойдем. Ну что, где бы нам сесть бы, а, по пикнику? Вот тут, может, где? Пойдем. Только там по дровишкам надо будет смотреть. У нас дровишек нема. Вот дровишки тут уже есть. Вот такая дорога, проезжая, кстати, она. Вода по-любому лед еще. Так. Коттеджи тут, конечно, дорого-богато выстроены. Сейчас я воду попробую, пойдем. Так хотя бы просто, понимаешь? Ну, кстати, как сказать, ну, не теплая, ну, и не сказать, что она холодная прям. Ну, еще б неделечку, и нормально будет. Неделя, может, не 10, нет, не скажу, что сильно холодная. Но здесь понятно, здесь мель, она прогрелась. Еще 10 дней, и можно купаться смело. Не скажу, что она прям очень сильно холодная. Ну еще так, прохладненько. Ну все, в принципе, а что? Сейчас мы найдем место для пикника. И потом дальше поснимаем. Все, смотрите дальше. Ну все, развели мы костер. Сейчас будем жарить. Придется на огне, не судите строго. Потому как углей может и не быть. Мы на хворосте только нашли, а угли мы не брали с собой. Да, ну честно сказать вам, блять, вот эти вот хуйни для жарки сосисек — это вообще ни о чем. Говно говном. Проще лучше даже на палках будет.
Впрочем, вот таким макаром сейчас огонь уйдет на углях. Пойдет. В общем, давайте сейчас пожарим, и дальше я вам покажу. Ну что, в общем, мы хотим вам сказать. Вот эти вот решетки для жарки сосисок. Вот это вот. Это говно полное. Они не держатся. Ну, китайский ширпотреб. Одноразовые. То есть две сосиски всего вмещают. Лучше на шампурах, конечно. А где крышка от этой? Ушла туда? Поэтому вот, она отвалилась одна, вторая тоже она раскрывается, падает все, в общем, две сосиски улетело. В общем, нет, неудобно, и без углей тоже неудобно, в общем, это все не дело. Ну, вот так одну чуть-чуть, две парочку пожарили, попробовали, ну, в общем, ни о чем. Без мангала, без углей это не дело. Так, сейчас попробую. Продегустирую. В общем, лучше шампуров ничего нет. Мы много в своей жизни сосиски жарили. Ну, просто на шпажках или... Или на шампурах. Кетчуп шашлычный. Ничего, сыры пойдут. Без угля не едьте. Нет, тут можно дров сейчас понасобирать, но времени мало. Сейчас уже темнеет. Кстати, помидоры не очень сильно турецкие. Я думал, помидоры Турция. Но не. В общем, что? Сейчас мы, значит, поужинаем и идем назад. Все, давайте, съемку продолжим позже. Ну, в общем, все, поели мы сосисок. В общем, не стали мы жарить, потому что не было и дров достаточно, а угли нам переть неохота было с собой. Поэтому так перекусили и нормально. Продолжаем движение дальше. Вот, значит, 15 тысяч шагов мы уже сделали. Все, двигаемся дальше. Полноводное озеро в этом году. Года два назад мы здесь были. Но было почти уже, ну, не сказать, что прям совсем высохшее. Но так достаточно было оно подсушено, скажем так. Такие дома. Зимой бы прикольно тут поснимать, мне кажется. Вот мы были на этой стороне. Значит, дома стоят наверху, а вниз идут просто лестницы к водоему. Здесь заболочено слева. Сброс идет воды лишний.
Там вот немного дети рыбачат. Ну, озеро глубокое. Здесь даже на гидроциклах, на лодках моторных нормально катались одно время люди. Вот с этой дамбы мы прыгали. Здесь глубина приличная. Вброд. Лишней воды идет. Да не, вроде надежно. Вот сброс воды идет. Хорошо, полноводное озеро сейчас. Вот отсюда мы прыгали. Вот с вот этого барьера прям сверху. Оп. И все. Вот такое озеро. Мы были вот на этой стороне. Так, сейчас сверимся с шагомером. Значит, завтра ясно без осадков. Так, шагомер показывает 15 тысяч шагов, 10,8 километров. Нормально. Все. В принципе, сейчас что? 15 тысяч, 11 километров. Дальше пойдем. Пока не темно, еще будем снимать. Вот такое озеро. Было бы потеплее, можно было бы искупаться. Аквабокс. Одеть и искупаться. Рыбаки сидят, значит, что-то есть. А вот тут идет сброс воды, а там дома строят уже частные. Это они зря, конечно, если так сделается, их размоет. Ну, когда будет половодье, их же просто снесет. Ну, в общем, вот тут опять этот коттеджный поселок. Попозже тогда будет еще включение. Сейчас надо пройти побольше. Позаниматься, а потом включение будет уже дальше. Все. Вот, тянем в гору. Домики тут вообще не слабые.
Вот прикольная вещь для усадки гор, склонов. Такая формистая. Туда сажают цветы или что-то. Газон. Ландшафтный дизайн. Очень крутой подъем. Зимой выезжать будет им тяжковато, если для круглогодичной жизни дома. Вот огромный дом тоже с цокольным этажом. Бетонный забор. Все, выходим на главную дорогу. Видеонаблюдение. Витрины, терраса. Так, ну все, ладно, идем дальше. Ну все, в общем, мы уже выходим обратно и идем по другой дороге. Уже вечереет, 7:30. Значит, шагов 18 тысяч, 13 километров мы накрутили, но это еще не все. 20 будет, я вам обещаю. Это минимальное для нас количество, 20. Так, 13 километров. Идем обратно, но по другой совсем дороге. Вот тут такие типа полей, но дорога асфальт, старая советская. Потому что по трассе уже идти обратно нет, там шумно. Вот молодые яблони. Совсем молодые. Природа. Свежий воздух. Хорошо. Двигайтесь больше, ходите пешком. По шагомеру минимум 6 тысяч шагов надо в день. 3 или 6. Но мой совет, делайте все время 6 тысяч шагов минимально в день. И все у вас будет хорошо. Ну, в общем, что тут? Поля, леса. Такой контент получается. Сколько шагов? 13 тысяч? 13 километров мы сделали? 13 километров. 18 тысяч шагов, 13 километров. О, хворост какой, а!
Тут бы пожарить, да? Но здесь, видите, такая территория посадочная, нежелательно. Поэтому не надо. Обрезали яблони работники. Ну, в общем, двигаем. А вот, смотрите, интересный момент. Там яблони молодые, но в полный рост стоят. А здесь вот просто вот такие пни. Вот такие пни с веточками. Вот. И они все вот обстрижены. Вот так два ряда идут. Что сзади вот так. Что спереди идет. И вот так два ряда полностью до конца. Это привитые. То есть они опилили их до вот таких черенков. И на них привили новые. И вот так два ряда идет. Сорта, может, какие-то другие. Видите, покрасили, закрасили. Все тут садовым варом. Когда спиливают деревья, ну, деревья там или сучки отламывают, надо садовым варом мазать. Может, еще чем мазали, но так, по идее, садовый вар. Так, два ряда. Потому что нельзя оставлять открытую часть, где спила или где отломано. Ну, вот так вот. Вот, смотрите, значит, дошли мы уже почти к выходу. Но вот тут вот такой вот спуск крутой. Сейчас придется искать обходной. Ведь кто-то спускался. Даже на мотиках, прикинь. Офигеть. Ладно, сейчас вон там будем пробовать пройти. На мотиках гоняли. На такую крутую гору. О, здесь есть обход. Здесь поплавнее. О, здесь хорошо. Там вообще просто резкий подъем. Сейчас я покажу. На кроссах, мотоциклах катались. Я в свое время хотел тоже кроссовый. Вот забирались, представляете? Офигеть. Я в свое время хотел тоже кроссовый мотоцикл. Ну, как вам сказать? Слишком на нем надо спину металлическую иметь. Трясет постоянно его. О. Да не, можно, нормально. Сейчас вам покажу гору. Вот такая гора. Смотрите. Офигеть. Почти 80 градусов. 80-85 градусов. А если туда? Ну, пойдем, попробуем. Сейчас у местных спросим. Все, сейчас. Там просто местные. Сейчас мы пройдем с другом и спросим, как пройти на район. Ну все, в общем, время наших похождений подошло к концу. Сейчас посмотрим на шагомер. Значит, 22 400 шагов. 16,12 километра. В общем, 16 километров прошли. В пути 4 часа 10 минут. 22 500 шагов. 22 390. 16 километров. 4 часа в пути. Вот такой был сегодняшний маршрут наш. Мне понравилось, оператору тоже. Отлично прогулялись, прошли, поснимали.
на природе, тепло, хорошо, все в порядке. Возвращаемся, время 8 часов, начало 9. Вот, в общем, оцените, пишите комментарии, понравился вам такой формат или нет. Подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки, если не нравится, дизлайки. В общем, это каждому свое. Все, продолжайте, будьте с нами. Канал Против Лома. Всем спасибо, всем пока.